Всем привет! Вы смотрите канал Просто Детки, и мы продолжаем прохождение игры Angry Birds Epic. Мы продолжаем освобождать остров от свиней. В принципе, мы вот прошли уже какое-то количество миссий. И давайте переходить к следующим, потому что карта огромная, много всего интересного. За несколько обзоров не управишься. Поэтому давайте не будем терять времени и надерем свиньям то место, которое надо им надирать. О! Я же думаю, что такое слабое. Это получается тут несколько этапов. Он вроде такой маленький на вид, а смотрите, тяжело его прибить. Так, давай. Все, готов один. Так, идем. О! А уже вот их тут много выскочило. Так, ну что? Ой, цепная реакция, хорошо. Так, кого здесь? Давайте этого ударим, чтобы уже два понадобилось. Что ж вы все на мага набросились? Хотя мы ему, конечно, щит такой купили, хороший. Ну, отлично. Так, второй этап завершен. Осталось два этапа. А потом, ох ты, какие крутые свиньи. С огоньком. Чтобы не пришлось нам тут использовать зелье. У нас ограниченное количество. Ох ты, заряжаются. Это плохо. Какую-то гадость там делают. Надо, пока они не зарядились, успеть их бомбануть. Ого! Ничего себе. Да, нам, кстати, зелья понадобились. Но у нас пока есть 9 штук их есть, конечно. Хотя что-то они вообще слабенькие какие-то. Давайте этому тоже зелье купим. Вот, они пока заряжаются. Мы сейчас, наверное, все-таки получится добить. Ну что, кидать или не кидать этот перчик? Ну ладно. Использую, чтобы потом не пришлось еще так и зелье. Что, все? О. Так если знал бы, я бы не использовал зелье. Блин, подстава. Я думал, там еще будет какие-то дальше эти, ну, этапы. То есть я рассчитывал на 4, оказалось их всего 3. Так, ну что? 3 звезды есть, это хорошо, потому что некоторые миссии у нас с 3 звездочками не получается проходить. Так, это какая-то принц-свинья постоянно от нас текает. Не получается догнать. Ох ты, смотрите. Какая-то птичка новая, что ли, у нас будет. Ага, потоптали нам свиньи огород. Да. Эксклюзивное предложение. Золотой перец. За 60 монет. У нас нет 60 золотых монет, только 36. Поэтому мы его не берем. Ой, так, а, подождите. А что это за ворота? Желтые свинские врата. Можно открыть с помощью желтого ключа, хранящегося у принца Сала. Добудь его. Принц Сала, это, наверное, тот, который от нас текает, да? Принц Сала. Ну что ж, погнали за ним. Тем более впереди какой-то сундук у нас. Так, давайте. Так. Реклама новой версии Angry Birds. Без рекламы никуда не денешься. Хорошо, хоть не левая реклама, а тоже про Angry Birds. Ох, что это, пушка какая-то у него здоровая. Ничего себе. О, цепная атака, хорошо. Ох, что это он сделал? Что-то нехорошее, наверное, для наших... Сейчас.
Хотя по 12 так и битву били. Ого, на 34 он согрел. Ну, добьешь ты или не добьешь стрелки? Только одну добил. Слабенько, слабенько, батенька. О, хорошо. Цепная сработала. Так, ярость. Нет, мы сначала сейчас вот так вот. А ярость теперь на нашего воина. И он должен этого свина добить. Отлично. Так, и мы повысили новый уровень. Значит, наши пушечки стали... чё две звезды, люди? Так. Ну что, пожелайте нам удачи. Отлично. Не, это если было 3 звезды, то было 3 ящика. Обидно. Обидно, он даже... Наши птички плачут. У-у-у, такие. Так, нам дали 3 монеты золотых. Здоровье и атака всех птиц увеличены. Понятно. Мы разве не входили в наш аккаунт? Вышел, проверил, я уже ставил оценку. Зачем они еще раз ее требуют? Так, ну что? Глянем, что у нас за сундук. А, это воевать тут надо. Я думал, это уже все. Нам бесплатно сундук дают. Давайте повоюем. Нам не привыкать. Так, опять 2 мага. Блин. Теперь я буду умнее, постараюсь не расходовать зря зелье. Вот, тем более нам повезло, цепная реакция. Надо одного пока не кого-то вырубать. Так, ну что? А потом, когда у нас перец созреет, тогда уже второго добивать. Какую-то ярость, смотрите, набрал. Так, ну что? Жалко, что не цепная реакция. Ничего. Главное, что мы не расходуем зелья, потому что у нас их делать зелья нечего. Нам не хватает ингредиента. Сейчас покажу какого. Вот видите, опять 2 звезды. Обидно, досадно, но ладно. Хоть что-то. Получается... Так. Вот сундук какой-то. А, это просто, наверное, рисунок такой. Я думал, в нем что-то есть. Опять нас... А почему нету этих звездочек за прохождение? Непонятно. Так вот, получается, вот зелье можем делать вот здесь. Но у нас вот нет ингредиентов. Видите, бананов и вот этих капелек. То есть... Капельки можно заработать на акватории. Мы, по-моему, акваторию еще не открыли. А бананы можно заработать... Ага, бананы надо делать в тропиках и кобальтовая плата. То есть семечки и вода, получается, бананы, что ли? Ясно. То есть у нас воды нету, поэтому мы делать ничего не можем. Не сделаем же мы воду из этих помидоров. Но, к сожалению, пока мы сделать ничего не можем, придется довольствоваться тем, что есть. А, вот, все-таки... Ну вот же, сундук прыгает. Все-таки можно его взять, смотрите. Почему сразу нам это не давали, я не знаю. Так, хорошо. Вон там пенек какой-то. Давайте посмотрим, что там за пенек. Так, кобальтовая плата 12. Серия боев. Ох, это плохо. В сериях обычно приходится тратить зелье. Ну что, поехали. Ну что ж вы опять мага бьете? Ады такие. И все на мага, и все на мага. Не, не все.
Так, кооп. Да. Сейчас не добили всех, в итоге они потрепали нам нервы. Так, это первый этап, а вот сейчас второй. По идее, сейчас должно быть у нас перчик. Вот, отлично. Ох ты, с удара вырубил того. Типа. Это хорошо. Цепная атака. Чуть-чуть не хватило, чтобы его добить. Обидно. Так, у нас по полжизни уже. Придется все-таки лечиться, потому что у нас он только второй этап, а жизни-то уже нету. Ох ты, какой крутой свин. Ну что? Наверное, придется все-таки... Ничего себе. Жизни у него сколько. Так он заряжается, потом, наверное, как шандарахнет чем-то. Может, все-таки один удар вытерпим. Тем более, что у нас вот перец есть. Ну да. Вот он еще раз заряжается. И сейчас, наверное, будет удар какой-то у него супер. Нам бы сейчас один удар выдержать. И потом мы его победим. Все, выдержал удар. Теперь ему хана. Все-таки не хочется зелье расходовать. Эх, опять две звезды. Ну что-то мы как-то не тянем три звезды в последнее время. Ну, главное, что тянем прохождение. Так. Совет. Класс Птица Молния, Чака, ключ к победе. Используй умение истощения энергии и сними положительные эффекты с целей. Интересно. Так, а что это за пенек? Ну, давайте, показывайте. Ой, почему нам не показывают, что мы эту миссию прошли? Какая-то задержка. Я хочу глянуть, что это за пенёк. Вон там сколько сундуков. Алло. А что нам сделать, чтобы нас туда пустили? И вот тут какой-то сундук. А почему мы его не могли открыть? Смотрите, ведь мы же сюда уже прошли. Или это с другой стороны как-то заходить нужно? Ну, птички! Вы чего? Почему нам не засчитывают эту миссию? А вот смотрите, кстати. Нам в том сундуке дали вот воды немного и бананов, поэтому мы можем сварить зелье. Сколько нам выпадет? Всего лишь одно зелье. Обалдеть. Я так обрадовался, а оно всего было одно. Ну что, ага. Вот, наконец-то открылась следующая миссия. Смотрим, что это за пенек такой. А, в пеньке, получается, мы бонус собираем. Класс. Сколько их тут? Получается, у нас есть камень внизу, вот мы с него уже собрали бонусы. И пенек. Класс. Так, а вот здесь мы, наверное, откроем следующую птичку. Давайте побыстрее к ней поспешим. Ничего себе, тут, видите, у нас шансы уже равные со свиньями. Стрелочка по центру. Придется по-любому тратить зелье. Но ничего. Зато мы сможем, наверное, открыть следующую птичку. А вот, видите, у него какой-то бонус мороженое. Там говорит, как-то его убрать. Я пока не знаю, как это делать. О-хо-хо-хо-хо. Рассеяно. А, получается, маг сам по себе рассеивает этот бонус. Ого, вот это он лупил. Еще раз на себя бонус кинет. Обалдеть, смотрите, как он бьется сильно. Так, ну что, посмотреть видео и получить банановый сок.
А где наш сок? Я ж посмотрел видео. Ну что? Подождите, а что, он один всего был? Так я мог его убить, а зачем я пил зелье? Блин, опять? Ну, зато 3 звезды. Если бы зелье не выпил, наверное, было бы 2. О, а тут вода уже, видите, есть. Наверное, добираемся к воде. Отлично. И вода, и банан. То, что нужно для зелий. Какое-то у нас новое достижение. Знакомься, Матильда. Талантливый целитель, способный и неплохо ударить. Супер. Это получается, что у нас 3-я птичка. Получается, почему-то не обновляет миссию. Надо зайти сюда. Потом обратно. Ну. Ага. Вот мы же втроём. Так. Ну что, принц опять текает. А птичка вот радуется, что мы ее освободили. А смотрите, ему что, текать некуда. А, есть куда. Я думал, там все уже тупик. Пошел жаловаться своему дедушке в комнату. Ого. Ничего себе. Куда-то улетел на воздушном шаре. Обалдеть. Так, а что это у нас здесь такое интересное? Мастерская. Нам доступно получается теперь тропический веник какой-то. И молот с уткой. А что лучше нам взять? Давайте возьмем и тот рецепт. Теперь пойдем в мастерскую и посмотрим, что лучше сделать. Вот у нас кузня. Ресурсов, в принципе, у нас хватает. Получается, что у... Да, у этого увеличена атака на 26. Молот с уткой. А для этого нам не хватает вот этих вот ракушек. Давайте попробуем сделать такой. Что это? 40 и 14. Почему нету звезд? Хорошо. Так. Ну, можно докупить. А зачем? Мы же можем эти ракушки найти, в принципе. Как тут написано было, что можно разбирать вещи? Вот, допустим, смотрите, вот оружие, вот экипирован, у этого 40, у этого 26. Ну а как все-таки его разобрать? Хотя у этого серия, так видите, 3 звезды. Но у этого время спать. Непонятно ничего, в общем. Давайте еще сыграем пару миссий. А потом уже постараюсь сам разобраться, что к чему. Так, это мы сейчас будем уже 3 птичками воевать, что ли? Да, смотрите, 3. Отлично. Как раз посмотрим, на что этот лекарь способна. Так, вот нам и обучение. Получается, она всех лечит. Хорошо. Правда, мы и так целые были. Так, свинский маг заряжается. Ну что? И кого нам полечить нужно? Класс. И бьет, и лечит. Обалдеть. Смотрите, как... Что творит. Да, то, что нас начали свиньи одолевать уже. Ого. Ого. Ну что же. Да, видите, подлечились немного.
Давай, еще он пока зарядится. А я сейчас его все-таки, наверное, добью. С этим перчиком. А, так это только первый этап, смотрите, сейчас будет второй. Обалдеть. А я думал, все так просто. Но тем не менее мы подошли ко второму этапу, как его, с полными жизнями практически. Он что-то он наколдовал такое. Вот, окончательно все жизни восстановил. Хорошо. Рассеял какую-то положительную энергию с этого мага. Что, заряжайся, заряжайся еще раз. И ты заряжайся. А я, между прочим, пока тебя прибью. Ну, блин, не хватает перчика. Сейчас шандарах. Ох ты, на 80. Ой-ой-ой. Ну что, давайте. Перчик на него. Ого. Вот это он восстановил. Конечно, класс. Хорошенько так. Пока он сейчас будет заряжаться, мы еще жизни накачаем, смотрите. Да, конечно, с лекарем хорошо. Ничего не скажешь. Да, но только он сейчас опять хорошенько так влупит. Ну, хотя бы не лекаря, а второго мага. Все, готов. Как раз у нас перчик созрел. Сейчас выйдем на третий этап, и кто-то сразу попадет. Давайте. Как раз полечимся. Отлично, смотрите, полная жизнь у нас. Всяких там зелий. Супер. Теперь даже интереснее играть. Кстати, мы теперь можем вернуться к тем миссиям, которых мы не выполнили 3 звезды. И спокойно их выполнить. Я уже персонажем, я думаю. Я сейчас покажу, как. Ну что, заряжайся, заряжайся, пока можешь. Недолго тебе осталось, свин. Так. Оставлю перчик на следующий ход, чтобы лекарь хорошо нас полечил. Вот, смотрите. Опа, и все жизни у нас. Классно, да? Ха, супер. Еще какую-то там можно палочку купить лекарю этому. Тогда вообще будет супер. Все, я думаю, 3 звезды у нас обеспечено. Получай. И новый уровень. Замечательно. Ну что, 1, 2, 3. То есть, как я и говорил. Ну что, давайте еще водички нам. Есть вода, есть 3 дерева. Супер. Так. Сколько здесь монет нужно? 100. Понятно, много. Вот нам еще доступно зелье, но пока наверное делать не будем их, потому что у нас появился лекарь, а благодаря ему зелья пока мест у нас не расходуются. Так, ну что, почему нам опять не показывают, что мы выполнили эту миссию? Так вот, смотрите, у нас здесь кое-где, а вот, допустим, 2 звезды за выполнение миссии. Давайте сюда прибежим. У нас, видите, прямо зашкаливает этот, ну, в нашу пользу стрелочка. Хотя до этого мы еле-еле прошли с 2 звездами и с зельями. Так, ну вот, давайте пробовать. Насколько легче будет теперь проходить. Теперь вообще не страшно, да? Во-первых, у нас броня получше стала. Видите, они бьют, бьют кольца, а нам так особо по барабану.
ужас, мы можем лечиться. Все, тут два свина уже. Вырубились. Ой. Всех сагрили на мага. Ну ничего. Сейчас у нас будет, я думаю, будет перчик, и мы полечимся хорошо. Вот, смотрите, раз. И все, почти полной жизни. И остался один свин. А мы как новенькие. А он начал заряжаться. Зачем он заряжается, если он уже почти мертвый? Все. Смотрите, полная жизнь у нас. Мало того, что мы получим ресурсы еще дополнительные. И эту миссию выполним с тремя звездами. Все, класс. Только почему-то она не обновляется, сразу я не пойму. Вот здесь обновилась теперь. Так, коснись. А что это? Лаборатория Док Свина. Получается, у нас был банановый сок. А, заполняет перец ярости на 25%. Нам нужно и банановый сок, наверное, купить. Чтобы был второго уровня. Он же лучше лечит. Хорошо. Теперь заходим сюда. Как же, наверное, делать? Зелье. Вот кусок вот этой пиццы. А, из помидоров. 6 помидоров нужно для пиццы. А здесь что? Это второй уровень уже. Давайте сделаем пиццы. Попробуем. 2. Это что значит? 2 штуки сделали. 3. Ну неплохо. Пускай будет. Давайте уже, раз здесь нам просят, тоже сделаем. Может повезет. Тоже 2. 1, 2, 3. Хорошо. Пока мест все удачно. Только ингредиентов, конечно, уже нет. Как раз сейчас должно обновиться там нижняя миссия, где мы... О, да. Где мы 3 звездочки сделали. Так, а что же это лаборатория? Почему тут восклицательный знак? Что для этого нужно? Наверное... А, уровень 9, видим. Все, понятно. Так, врата какие-то. Ключика у нас нету. Ну что, давайте еще пройдем, наверное, вот эту миссию последнюю. И на сегодня будем завершать наш обзор. Хотя, видите, шанс такой, я бы сказал, не слишком и большой в нашу пользу. Хоть и в зеленом поле, но все равно придется, наверное, попотеть. Ну, сколько их? Много. Надо бы сначала, наверное, все-таки одну какую-то свинью убить. А что это они делают, смотрите. Ого. Так, ну получай. Критический урон, хорошо. Ой-ой-ой. Блин, как бы наш мах не помер. Наверное, не буду рисковать. Все-таки придется что-то выпить. О, давайте попробуем все-таки вот это вот. Или ладно, не, рисковать не буду. Все-таки выпиваем зелье. Плюс еще лечимся немного. А уже следующим ходом еще полечимся. Потому что мы этот ход просто могли не пережить. Видим, как наших магов бьют хорошо. Ох ты! Ничего себе! Ну что? Отлично.
Так, ну надеюсь, будет 3 звезды все-таки. Видите, без зелья уже не обошлись. Это плохо. Так, ну, добивай его, чего ты стоишь, ждешь. И смотрим. 1, 2, 3. Фух. Хватило. О, какие-то свитки, смотрите. Свитка у нас раньше не было. Ну, нам, к сожалению, ни один не попался. А давайте попробуем еще раз крутнуть. У нас есть эти знаки отличия. Не солить же их. Вот. Что же он значит? Наверное, просто как ингредиент какой-то. Новая врата дружбы. Попроси друзей открыть ворота, чтобы сразиться в битвах и добыть сокровища. А, кстати, если хотите, чтобы быть у нас в друзьях, то пишите свои данные или приглашайте нас сами. Мы будем с вами дружить. Так, а как же просить? Так, а вот у нас новый ресурс. Бумага. Получается, это что? Можно делать бумагу из дерева. То есть 5 дерева это 10 бумаги получается. Или как? Давайте попробуем. Ух ты. 4 бумаги это мы сделали со скольки? В общем, из чего-то сделали. Так, ну меня тут мылит. Вот эта вот палка, но для нее нужны ракушки. А где... А, давайте глянем, где эти ракушки можно добывать. Так, так, так. Не, вот ресурсы. Ракушки. На пляжах и акваториях. А где у нас пляжи? Так, а вот и доступно нашим ворота. Ага, это нужно, чтобы 5 друзей нам пригласило или что? Понятно. Хотя... Что понятно? Ничего не понятно. Как-то мы открыли эти ворота, наверное. И вот у нас доступны новые миссии. Там какой-то сундук с какими-то рубинами. А вот у нас, по-моему, пляжи. Вот здесь мы можем... Это пляж или нет? Да, южный пляж. То есть здесь, видите, мы можем за победу получать эти ракушки. На этом, наверное, уже в следующей серии заработаем ракушки и сделаем новое оружие для нашего мага. Ну, а на сегодня наш обзор будем завершать. Я думаю, хватит. Поэтому, если вы смотрите наши обзоры про Angry Birds Epic, и они вам нравятся, забудьте поставить под этим видео лайк и поделиться им с друзьями. А также, кто еще не подписался, подпишитесь для того, чтобы не пропускать новые серии. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока!